Здорово. Поговорить надо. Со мной? Понял. Кому он мог это писать? Звонил ему какой-то Николай. Шутка. Спасибо. Давай, хромай дальше. Думаешь, ты самая умная. Мне своих проблем хватает. Вообще в сговоре. Кая, ну ты гонишь. И никогда не было так страшно. Татюш, ну Кая тебя любит. Мне, нам. Все вокруг рушится. Я делаю ошибку за ошибкой. Украшай чем угодно. Мы остались без официанта. Меня это не волнует, меня волнует другое. Семенович, чтобы всю еду проверял. На предмет яда. Полка! Подожди. Мне с тобой поговорить надо. О чем? Да не о чем, а о ком. Тебе нужно от меня! Мы же с тобой друзьями были! Это прекрати это немедленно! Я сейчас! А меня тоже. Ты был с ним в сговоре! Говори! Вы оба копали под нас, под меня! И, сука, под Катю копали! Ты мне все скажешь, понял? Все! Пока, Пока, хорош, слышишь? Ты не умираешь, а? Ай, болит! Быстро в гараж, пули! Полкану плохо! Ты не умрешь, полка, держи! Настя. На траве сидел Кузьмич. Ах, машина, кто-то на нее похожий топ-сей.